мы сегодня встретились и можем подвести небольшой итог пятилетнего развития нашего электротранспорта в городе Днепре. Что было сделано за это время? С 2015 года мы все с вами увидели, что в городе открылось три новых красивых троллейбусных маршрута. Это троллейбусный маршрут номер 2, это 21 маршрут, площадь Соборная, Сокол 2, это 14 маршрут, улица Глинки, жилмассив Солнечный. Кроме этого, несколько маршрутов были продлены. Проводится адаптация следующим образом. Так как у нас колея в городе Днепра, колея 1524, а на западе колея уже, поэтому меняем трамвайные оси и другие спецчасти, которые позволяют эти вагоны эксплуатировать на трамвайных путях нашего города.